Николя Саркози несколько часов назад предъявлено официальное обвинение. Он якобы незаконно получал деньги от наследницы империи Лореаль Лильян Бетанкур. Следователи уверены, что в 2007 году экс-президент воспользовался ослабленным здоровьем женщины и заставил ее финансировать свою предвыборную кампанию. Прокуроры утверждают, политик получил от богатейшей дамы Франции конверт с крупной суммой, как минимум 50 тысяч евро, и не указал это в отчетности. Обвинение было выдвинуто после многочасовых допросов и очной ставки Саркози с мажордомом миллиардерши. До сих пор аргументов в пользу виновности экс-президента было недостаточно. И это несмотря на то, что прошлым летом в его доме и офисе прошли обыски, было изъято множество документов, в том числе личный дневник. Отмечу, что следствие по этому делу началось еще 6 лет назад, но заметно активизировалось лишь после того, как Саркози проиграл выборы и потерял иммунитет. Кое-кто шутит, французы просто очень любят судить бывших президентов.